Самый главный праздник народа Саха-Ысык пройдет в день летнего солнцестояния. 21 июня на местности земля Олонхо жители и гости Алмазного края смогут поближе ознакомиться с якутскими традициями, поучаствовать в обрядах благословления, кумысопития и станцевать асохой. В 10 утра у озера Чоналыр откроется аллея мастеров. Умельцы Алмазного края будут продавать изделия ручной работы. Торжественное открытие Ысыха, обряд благословления и церемония кумысопития начнется в 11. Специально для церемонии из Якутска приедет театр танца имени Сергея Зверева «Кыл-Ола». Кульминация любого Ысыха – спортивное состязание. В этом году любой желающий сможет поднимать и метать камни в традиционных соревнованиях по многоборью Эрберде, также поиграть в якутские национальные настольные игры «Хабылык» и «Хамска». Спортивная часть Ысыха начнется в 12:30. В это же время стартуют конкурсы народного творчества, запевала сохая, смотр конкурса якутской национальной одежды и праздничная программа для детей. Закроет Ысых Алмазного края концерт Национального театра танца Якутии и оркестра национальных инструментов. 21 июня от остановки городская библиотека до Чоналыра будут курсировать автобусы. Первый отправится в 10 утра и далее каждые 20 минут. А для личного транспорта возле базы отдыха будет бесплатная автостоянка. Анна Винокурова, Роман Ларин, медиакомпания «Алмазный край».